Ну, это на самом деле, что мы быстро сравняли счет, оно тоже придало уверенности ребятам. И в дальнейшем уже складывалось все в нашу пользу. Ну, Морайес такой футболист, который выходит и в основном составе, и выходя на замену, он отдается полностью игре, а плюс сегодня еще была и реализация с его стороны. Он давно не забивал, очень хотел забить, и он эти мячи заслужил.